Полное описание и точный дата выхода 67-й серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 67-я серия сериала выйдет в эфир 29 марта. В новой серии мы увидим, как Дилан дала пощечину барану за обвинения, брошенные в ее адрес, и заперлась в комнате. Баран все еще ждал ответа от Дилан и в итоге оказался у двери комнаты девушки с тем тоном голоса, который всем нам не нравится. Через полчаса криков и пинков в двери Дилан решила ее открыть. Уже Дилан направилась к двери, зажав уши. Дилан дала необходимый ответ, когда баран вошел к девушке. Дилан снова предстоит обсудить вопросы с учителем Метином. Баран никак не хочет оставить Дилан в покое. Теперь даже имя Метин вызывает у барана раздражение. И когда он слышит его имя, у него волосы встают дыбом. Метин понимает, что между ними возникло напряжение. Он спрашивает Дилан, все ли в порядке. Вскоре баран понимает, что между ожерельем и Метином возникло недопонимание. Пока баран осознает это, Дилан найдет свой собственный ответ на вопрос, почему баран ее ревнует. Сцена в лифте сблизит обоих и немного разрядит напряженную атмосферу. 67-я серия сериала выйдет в эфир 29 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.